формально вроде бы все хорошо. Ну вот представим себе, что у вас вот формально, и даже как бы неформально, но вот хорошие отношения с партнером, да, в семье, например, между мужчиной и женщиной. Вот, но при этом былая страсть ушла, и в результате сексуальная жизнь разлаживается. Мужчина выполняет супружеский долг вместо того, чтобы страстно желать. Женщина не испытывает, не чувствует себя в достаточной степени желанной. И вообще просто думает, что мужчина у нее, может, дурак какой попался ей. Вот. И, но при этом все нормально, вот, вроде бы. Да? Как у вас дела? Да, хорошо. Вот. Но при этом вот этот внутренний дискомфорт, связанный с тем, что существенная часть жизни как-то идет не так в кривь и раскосячку, приводит к тому, что у нас накапливается большое количество вот этой нереализованной психической энергии, которая вот как бы не находит для себя как бы правильного русла, куда бы ей двинуться.